В Чувашии прошли 35-е всероссийские соревнования по гиревому спорту на призы газеты «Хыбар». Сильнейшие гиревики соревновались в разных возрастных группах. За юниорами наблюдала наша съемочная группа. Легкая разминка перед стартом – обязательное условие. В юниорской программе девушки за 10 минут должны сделать как можно больше рывков гири. Самое главное – ноги, чтобы были сильные, потому что надо отталкиваться. Присед делать вот так вот. И техника самое главное. Я выступаю в категории до 63 килограммов. Надеюсь на лучший результат. У юношей заданий больше и вес тяжелее. Рывок и толчок двух гирь. Вес каждой 24 килограмма. Я толкнул 46 раз. В принципе, доволен. За призовые места боролись ребята из 15 районов Чувашии и других регионов страны. Нижегородской, Кировской областей, Мариэл, Москвы. И плечо. Раз, еще раз. Молодец, вот так. Давай. Теперь держи. Пиши. За правильным выполнением заданий следили судьи. У нас всего 22 судьи аккредитованные, которые имеют право судить на этом турнире, и судья всероссийской категории. У нас 6 судей всероссийской категории. В этом году в городе Алуште, Республика Крым, в начале сентября мы прошли еще раз аккредитацию. В течение 2 дней более 200 участников в разных возрастных категориях боролись за звание победителей. В личном первенстве представители Чувашии Александр Павлов и Алексей Иванов завоевали золотые медали. В командном наша республика вошла в четверку лучших. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика.